Хайо, гайс, с вами Шимки, мы продолжаем проходить игру по названием Far Cry 3. Так, сейчас я должен создать себе сразу хилочки. Медхилочки, где они? Изготовить. Все. И погнали выполнять его миссию. Эй, Герк. Братату. Тебе нужна помощь? Чувак, ты крут. Есть реальная, короче, тема, повстанцы охренеют. Я знаю, где ходят, прячут дофига оружия, патроны, всю фигню. Только там охрана, хрен подойдешь. И что? Так у тебя же терки с Васом и повстанцами. Хойт начал расставлять вокруг своих людей. Хойт мертв, да? Его тайник в укрытии для подлодок, построенного в пещере японцами в ВМВ. Индиана типа, да? Замануха для туристов, а? Там только два прохода. Старые туннели для снабжения, их изнутри заперли люди Хойта. И для подлодок. То есть не проплыть по каналу для подлодок. Будет весело. Ну, я послал бы бабл за третьего или снежинку вторую, но ума как же подкожного жира нет, так что... Они утонут. На тебя надежда. На лодке проплыви или так, без разницы, и я скажу тебе, где поставить взрывчатку. Вот C4. Удачи, брат! Что? Ты бьешь мне бомбу и обнимаешь? Ты смеешься? Положительное поощрение. Я в тебя верю. Давай. Не надо. Братские объятия, чувак. Чего ты? Сука. Это, знаешь, тебе прощательный этот... Обнимашки, блядь, он хочет меня взорвать. Так, окей. Где это тогда? А, мне же сюда. Нихера себе. Давайте тогда я отсюда начну. Дойдем. Не знаю, останавливают запись или нет, но мы должны взять сейчас с вами письмо еще одно, по пути будем идти. Да? Да где там письмо? Видел, сразу поставить на него меточку. Вот она. 100... А, это рядышком. Ой-ой-ой, какой здесь у нас склончик опасный. Ой... Я еще не собираюсь умирать. Не, хотя, слушайте, туда можно спуститься, и там можно и подняться. Стоит ли мне прыгать? Вот в чем вопрос. Потому что эта херь, она внизу, хотя... А, нет. Ладно, свезло. Суицида... Самоубиваться не пришлось. Ага, проход-то где-то там. Вон проход. А ведет он. Вот и сам проход. Все, нашелся. Письмецо. Здорово. Тихо. Побежали. Второе письмо Герка. Тому, кто это прочтет. Это снова Герк. Мне не хватило места на предыдущие клочки бумаги. Итак, я говорил о том, что нужно остановить Жильбера, пока он не верк всех в волну. Войну. Волну, в скобочках волну. Войну. Террора. Правильно? Слишком поздно, он уже начал. Он собрал вокруг себя остальных мартышек, и они его слушаются. Это как наблюдать за заводилой из группы поддержки. Вы же знаете, как они двигаются. Так. Как они двигаются. Где это? Как они двигаются группой и все повторяют за той горячей блондинкой с роскошными волосами, круглой попкой и красивыми сиськами. И каждый раз, проходя мимо вас, они двигают как при замедленной съемке и смотрят на вас. А, не замечая все при этом. Совсем как Люси Брюнстайм, да? Она была заводилой у меня в школе, и я изгадил ее фотографии в альбомы выпускников. Блин, опять не хватило места, Герк. О-о-о-о! Что у меня есть? Я его возьму. Так, но сначала нужно отсюда выбраться. Пойти туда, куда мне нужно. Давайте, короче, приостановлю и продолжим. Так, я, короче, уже подхожу к месту, я тут реликвию вот обнаружил. По пути пока бежал. Поэтому давайте туда зайдем. Ага, я понял.
Оп. Где реликвия? Нашел. Я тебя нашел. Так, и через окно я выйду. А где здесь сигнализация, стопы? Окей, забью просто. Сигнализация, которой нету. Так, это место где-то рядышком здесь. Вот оно, ну. А что мне нужно сделать, я не помню. Надо найти подводный тоннель. Да-да-да, вот именно это мне нужно сделать. Подводный тоннель можно, в принципе, найти под водой. Это ж логично, да? Только как туда попасть по-тихому так. И чтобы было без акул, главное. Ладно, поехали. Так, не тони. Всплывай. И поплыли. А. Это акула. О, блядь, да, это акула. Ой. Ай, посрать. Иди сюда, ты тварь. Тихо, оп. Походу убил, значит. Ой, кажется, зря я шумиху навел. Хотя, посрать. Поехали. Убил? Да, походу убил. Так, должно хватить. Тихо. Вдохнул и под воду. Крышу? Я в тебя верю. Умолкни. Тихо. Теперь мне нужно найти, как отсюда выплыть. Ага. Так, поехали. С этой стороны 4. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Почти увидели, почти спалили. Оп. Главное сигналку вырубить. Понятно. Так, поехали. Выходи, вроде. Тихо, куда мне выходить? Кину гранату, они сразу поймут. Тихо. Готово. Так, сейчас этот выбежит ко мне. Вот тварь. Ладно. Тихо. Так, хилку. Юзаю. Минус. Так здесь, где это было, херь? Выстрел, убил. Что, серьезно, здесь нету? А, мне эти нужно колонны просто взорвать, окей. Раз колонна, с той стороны колонну взорвать. Так, хилка. Хилку я видел. Так, это патроны. Это не то. Где я аптечку видел? Ладно, значит, я ее уже подобрал.
Две есть, две ждут. Показалось? Не показалось. Тихо. Отплыви. Ладно, так короче, я думаю, уже нету смысла скрываться. Так, дверь они открыли, да, мне кажется? Да, дверь они мне открыли. Молодцы они. Тихо. Броник. Тихо, 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 тихо. Главное звуки не создавать. Отсюда я потом еще звуки. Они все мертвы. Тихо. Они сюда пойдут? Если да, я тогда убью одного, сразу второго зарежу. Готово. Идем дальше. Так, сигналку, я думаю, мне лучше вырубить. Тихо. Чувствую, сейчас будет жарковато. Там у базы встали катера. Они тебя мигом поджарят. Поднимайся на лифте и уходи. Окей. Я хотел обратно вернуться, как я сюда пришел. Так, свалю, 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 мало ли. Лифт заблокирован. Сзади. Каков? Лифт заблокирован. Черт, Герк. Лифт не работает. Хреново дело. Ну так что ты будешь делать? Ты скажи. Хорош, чувак, остынь. Слушай, японцы же должны были сделать другой выход, да? Найди его, а потом приходи ко мне на баржу, чувак. Нет, на базе чужак. Повторяю, на базе чужак. Закрыть ворота и собраться у склада. Он установил взрывчатку. Вызывайте саперов. Боже! Здесь лучше. Ты нас сорвал, ты меня решил. Блин, а давайте я попытаюсь фастом все сделать и сбежать все-таки, не на лифт пойти, а наружу. Хотя, блин, оно, кажется, не выйдет, да? Я знал, что эти будут нападать. Вообще кто-то выйдет. Лифт заблокирован. Какого? Лифт заблокирован. Черт, Герк. Лифт не работает. Хреново дело. Ну так что ты будешь делать? Ты скажи. Хорош, чувак, остынь. Слушай, японцы же должны были сделать другой выход, да? Найди его, а потом приходи ко мне на баржу, чувак. Мир! На базе чужак. Повторяю, на базе чужак. Закрыть ворота и собраться у склада. Он установил взрывчатку. Тихо, вызывайте тихо. Саперов. Вроде все эти... Плохо здесь голову видно из-за... Облегчи себе жизнь, Белоснежка, и выходи туда! Тихо-тихо, перезаряжайся. Я что, застрял в трупах? Так, аптечку. Тихо.
Так. Тихо, тихо, тихо. Я могу дышать под водой, поэтому просто плыву. Я всплыву только, чтобы подышать и... Поехали. Давай, 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 давай. Тихо, тихо, тихо. Сзади акула, да, сзади акула, я в курсе. Ну, я успел. Хорошо, что она больше на меня один раз тут напала, и все. Взрывай к чертям все. База Хойт официально накрылась. Зашибись, новость, брат. Охренеть вообще. Ты просто не сечешь. А небольшая сделка. Небольшая сделка? Небольшая сделка, чувак, за последние 10 лет все дерьмо здесь застоялось. Старое было новым, но сейчас здесь творится больше, чем за последнюю декаду, чувак. Я считаю, что это просто охуительно. Ты молодец, обезьянка. Большой молодец, обезьянка. Да, это шутка. Обезьяны умные существа. Слушай, ты это заслужил. Повстанцы сказали, что они сделают тату, потому что я им сильно помог, и за это я обязан тебе. Спасибо, Герк. Ты учти, это больно. Это круто, чувак. Я хочу это. Я хочу дракона на руку. Не-не-не, пантеру. Не-не-не, ты и я, как братья, деремся с пантерой. У тебя есть иглы здесь? Нет? Тогда поехали в город. Слушай, там другой принцип. Увидимся, Герк. И не обнимай обезьян. Это до добра не доведет. Ты спрашивал шимпанзе? Потому что у них будет другой ответ. Чувак, субмарины. Герк, ты прикольный, слушай. Не, действительно, ты реально прикольный. Но это, кажется, была последняя, да, с ним вместе? Да. Обидно. Так, ладно, что у нас тогда с вами остается? Это почта. Давайте тогда поищу почту здесь на карте, куда можно пойти. Почта, почта, почта. Вот почта. Тогда отсюда я отправлюсь. Встретимся, короче, уже там. А, ребята, точно, пока я не ушел. Мы ж помните, я уже как раз купил. Даже не купил сказать, а оно уже было у меня куплено. Японское танко. Танто. Танто – японские кинжалы, которые раньше пользовались самураи. Владение таких оружием увеличивает урон, наносимый вами в рукопашном бою. Прикиньте? Это четкий типа ножик такой. Где он? Вот. Только по сути, это мечи японские. Катаны их называют, ну... А это обычные ножи. Ладно, погнали тогда туда. Так, ладно, вот я уже пришел к базе, тут письмецо. Как раз можно идти, да? Да, потерянное письмо. О, привет. Третье письмо Хаята. Третье письмо Хаята. Полковнику Имаде Дайчи. Почему вы мне не отвечаете? Я уверен, что вы получили хотя бы одно из моих 16-7 писем. 67 писем, которые я вам написал. Я был дураком, слепым дураком. Я обвинил подполковника Ямадо Масахира в саботаже, но он выразил удивление и стал все отрицать. Мне все стало ясно, он здесь ни при чем. Он слишком туп, чтобы бросить мне вызов. Это сделали вы. Вы приказали ему украсть мои записи и решили произвести себе всю славу. Меня должны были наградить орденом восходящего солнца, но вы решили отобрать у меня все. Вы,
Вы пытаетесь погубить Японию из-за вашей гордыни, но я вам не позволю. Вам не захватить мою... Вам не заставить меня замолчать. Доктор Кога Хаята. Окей. Так, следующее письмецо сейчас нахожу, и тогда отправляемся. Так, уже вижу сразу письмо. Раз письмо, следующее письмо где? Чтобы я не терял время. Так, здесь у нас все, что есть, да? Все я взял. Да, здесь писем нет. Так, а острова есть какие-то? Мини-острова? Нету. Здесь у нас тоже ничего такого нету. Но у нас, получается, на этом острове одно письмо осталось. Да, ладно, погнали тогда. Так, все, я приехал до места. Так, следующее у нас письмецо здесь. О, как раз транспорт, и я отправлюсь на следующую. Письмо, оказывается, на этом острове еще есть одно письмо. Так, давай, с тебя сниму письмо. Письмо следующее, сейчас я вам покажу. Рядышком было, вот здесь. Как раз по дороге, вот по транспорту я доеду туда. Так, четвертое письмо Герка. Герка? Четвертое письмо Герка. Тому, кто это прочтет. А, точно, это про Мака, как уже он рассказывает. Тому, кто это прочтет. Я нашел другие письма с разными буквами времен гражданской войны в Японии. Сколько их еще здесь? А в любом случае, все кончено. Я сделал это. Я догнал Жильбера и его стаю мартышек. Их не так много осталось. А те, кто выжил, у них такой взгляд, как будто они хотят сказать: «Ты ничего не знаешь, чувак. Ты не видел того, что видели мы. У меня не было выбора». Так, сразу у меня не было выбора. У меня не было выбора. Мне пришлось вызвать Жильбера на поединок за право стать вожаком стаи. А только так можно было спасти выживших. Жильбер выбрал оружие, гранаты, которые я принес. Вот так я его и победил. Дело в том, что я никогда не учил его одной вещи – ждать. Наверное, я никогда не забуду выражение его физиономии, когда я поймал гранату и кинул ее обратно. Это испугало эта испуганная гримаса будет сниться мне до конца жизни. Но стая теперь свободна. Блять. Окей, поехали дальше. Так, все, можно влазить. А что ты тут делаешь? Ну ладно, собирай шмотки. Я не запрещаю тебе. Так, письмо. Первое письмо Герка. Первое письмо Герка. Тому, кто это прочтет. Меня зовут Герк. Итак, я нашел эти старые письма, да. На японском вроде, но буквы уже поблекли и трудно и трудно что-либо разобрать. Поэтому я решил, что уже никогда, что уже никому не интересно, что мертвый чувак писал про всякую хрень во время войны. Пусть на меня не обижаются семьи этого чувака, но он мертв, а мне очень нужна бумага. Итак, если какой-нибудь чувак или чувиха прочтет это, пусть они поищут серо-белую макаку по имени Жильбер. Я его так назвал. Он злой. Не потому, что кидает вас всякую дрянь, а потому, что сначала показывал ее вам. А мне кажется, если бы он мог говорить, он бы кидал вам в лицо дерьмо со словами: «Макака видит, макака делает». Как бы то и ни было, но от меня сбежал, и его срочно нужно вернуть обратно, пока он... А, Жильбер — это его макака, типа она восстала против него и начала убивать? Окей. Ладно, идем дальше, у нас все остальное осталось на другом острове. Так, а здесь я уже не знаю, как мне. Скорее всего, здесь, да, вот этот проход. Там сразу у нас два письма будет. Они там рядышком. Надеюсь, это я бегу хотя бы правильно. Буду на это надеяться очень сильно. Да, вот так, вижу уже 68. Да, походу я правильно бегу, как раз по дорожке туда, куда надо. Так, вот письмо, и вдалеке там, не очень так далеко, есть еще тоже письмо. Так. Чел, здорово.
Так, сразу поставлю метку на следующий, и можно сказать, даже пробежать тут можно. Письмо. Ай, блядь. Класс. Класс. И где я буду сейчас? На каком острове? Полуострове? А, окей. Я, короче, дойду, возьму письмо и продолжу. Так, окей. Дело в том, что, оказывается, письма и все такое, оно сразу сохраняется у нас. Письмо. Поехали. Письмо Шинжи, наверное. Моя сестренка, это мое последнее слово. Я совершу сеппуку после того, как закончу писать это письмо и умру с честью. Но перед смертью я обязан кому-нибудь рассказать правду. Тадао предал нас. Я прочитал его письмо. Он вывел из строя радиостанции после того, как узнал о бомбежке Хиросимы. Я не виню его, но... А. Он не хотел, чтобы мы узнали страшную правду. Майор так ничего и не понял. Он застрелил Тадао, а потом стал стрелять в тех, кто его защищал. Мы убили майора, и вот теперь я остался совсем один. Прошлой ночью умер Рен. Мне больно думать о том, что я приложил руку к смерти майора Моги. Он был хорошим человеком. Я надеюсь, что наши потомки поймут и оправдят меня. И тогда... И когда-нибудь... Прочтешь это. А ты когда-нибудь прочтешь это письмо и простишь меня. До встречи, Шинжи. Окей, типа они узнали это письма одного челика, который типа узнал, что майор там что-то обманывает. Ну, забейте. Так, письмо второе, походу, здесь у нас спрятано. В этой пещерке. Так, сейчас быстро до него дойду. Главное, чтобы опять эти тупые крокодилы не были. Давай, поехали. Так, погнали сразу обратно. Первое письмо Хаята. Полковнику Имада Дайчи. Я надеюсь, что в вашей семье все в порядке. Прошу прощения за то, что нарушил субординацию. Но подполковник Ямада Масахира не воспринимает мои слова всерьез. И, следовательно, не способен руководить этой лабораторией и экспериментами. Я обязан доложить, что проект Тенка и Кёкена могли быть повреждены... А, продвинутые значительно дальше, если бы подполковник... Так, если подполковник прислушался к моим словам, вместо этого он отстранил меня от проекта и запретил вступать с кем-либо в контакт. Так, все. Я вынужден написать несколько писем и раздать их верным солдатам и ученым в надежде, что хоть одна из них дойдет до вас. Я заложник амбиций подполковника и не могу доложить образом служить императору, доктор Когака Хаято. Так, ладно, у нас еще осталось несколько писем, поэтому погнали. Так, мы приехали с вами на бережок. Так, возьми. Сейчас покажу, где он находится. Вот этот бережочек. Так, и письмецо, поехали. Второе письмо Хаята, полковнику и даме Дайчи. Я могу только предположить, что именно что мои предыдущие письма и обвинения в некомпетентном, которые я выдвинул против подполковника Ямады Масахиро, еще не дошли до вас. В ином случае вы бы уже давно узнали правду и сместили бы его с этой должности. Мне кажется, часть моих писем попала в руку подполковника, и он приказал тайно обыскать мою комнату. Теперь я понял правду. Он меня боится. Он хочет присвоить себе всю славу, когда проект Тенка овладеет силой молнии, а проект Кёкена — ярость зверя. Он понимает, что я могу привести Японию к процветанию. Я чувствую, что должен скрыть от него наибольший важный результат моих трудов. До вашего вмешательства. Это единственный способ защитить империю и императора от его амбиций. Доктор Кагао Хаята. Так, окей, погнали к следующему письму. Хотя ладно, знаете что, давайте на этом тогда закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Всем пока и. Короче, в следующей серии тогда мы дочитаем писем. Я посмотрел, там 6 или 7 осталось. И я тогда поохочусь на немного на животных и поохотимся остальное время на именно вот этих редких самых животных.
которые мне нужны, чтобы создать вот это предметы. Всем пока.